ten dzień błękitnych niedźwiedzi, co po rzęsach spokojnych przebiegły, ja przewidzę za wodą błękitną, w szkliwie ucz rozkazanie zbudź się. Na srebrnej łyżce podanych ucz podano mi morze, a nad nim albatros. Do szumiącego morza widzę ptasia ruś. Poprzez rzęsy przeleci nieznane. Ale lubios morzany wiatr wywrócił. Czyjś żagiel w wodzie krągło-błękitnej. Ale przez to w beznadziei zatonął. Pierwszy grom i trakt dalej wiosenny. На уныло-хандровской станции в мордобойском уезде где-то телеграфист Петя Плаксин не умел обращаться с кларнетом. Судьбу, музыкой, пылкой он переиграл бы упрямо, а нет, такова предпосылка нижеописанной драмы. Жизнь — это грустная шутка, порой безо всякой причины является нечто жуткое, и люди гибнут безвинно, как будто стальные рельсы сплетаются беды и боли, и хлещут, и хлещут, и хлещут, въедается в раны солью, и мчит беда. Да, как составы мимо станций ночно и денно, и только гудки усталые тают в туманах осенних. Бывало, качаясь в тамбуре поезда ночью морозной, башку обхватишь руками, тихонько вздохнешь и в слезы. Под гундосы и писк аппарата в обшарпанном здании вокзальном день за днем тосковал Петя Плаксин, а от чего не знали. Не ведал кассир Статейкин, мужчина весьма картины, и не дурак по части питейной, лучший друг мадам Катерины. Не знал Илья Слономоськин, служивший здесь контролером, он тяготел к бомонду, ко всем станционным фурорам. Не знал и техник Запойкин, человечек вовсе не плевый, хитроватый на вид, спокойный, имевший оклад 100-рублевый. А уж Прокофий Тассаныч Рубленко не ведал об этом подавно. Он любитель тяпнуть маленько. Был на станции чуть ли не главным. А уж станционный начальник – фигура в уездном свете. Кому еще знать печали телеграфиста Пети? Но рой станционных дам, уж молчали они хотя бы, все шептался шершеляфам, что значит, нашел бы бабу. Но с точностью прицельной, заявила мадам Катерина, в этом пикантном деле конкретная юбка причиной. Да пребудет дело в секрете, но мне-то все ясно, как вакса. Мундье, кого же приметил телеграфист Петя Плаксин? Святые угодники божьи, батюшки на вождение! Кого полюбить-то он может? Таню, Анисью, Женю, Ольгу, Настасью, Авдотью, Веру, Анюту, Наташу, Начальникову ли дочку или Семенову Машу? Кого? Буфетчицу Польку? Свет клином чудо открыл. А Плаксин сидел за столиком и тихо-тихо грустил. На унылой станции той же, в мордобойском уезде где-то, техник Власий Фомич Запойкин превосходно играл на кларнете. Тоска его ела страшная, и когда было грустно очень, брал кларнет, выдувая протяжно. «Последний нынешний денечек!» Играл он разные песенки, задушевно о дубе старом, порой как-то дико и весело, про Тулу, про самовары. А у буфетчицы Ядзи сердце стучало украдкой и шептало на техника, глядя, «Пан играет так сладко, так сладко!» А техник-то крутит усики, а техник-то польки подмигивает. И богус, все это игрушки-с, вам в усладу с пана Едвига. Обожаючи смотрит Ядзя, комплименты Фомич расточает. А за морзянкою Плаксин все вздыхает, вздыхает, вздыхает. Над страной разыгралась метелица, полярным холодом веет, только звуки кларнета теплятся. Ох, и жаль мне тебя, Россия!
Снег по стеклам бьет точно плетью, бьет по крыше дробью короткой. Днем и ночью Ядвига в буфете разливает проезжим водку. Ой, мороз, мороз, забулдыга, пронимаешь до самых костей. Петя Плаксин пишет Ядвиге письмецо о любви своей. Обращается Петя к Ядзе, что при встрече толком не вмочь, объяснится и пусть хотя бы прочитает его письмо. Я люблю вас не первое лето, а сколько лет умолчу. Только, милая, тайну эту не поведайте Фомичу. Про нежности пишет Плаксин, про ночные любовные грезы, а на телеграфные бланки не спадают горючие слезы. Есть в здании вокзала оконце, в нем увидишь рельсы, вагоны, заиндевелое солнце и деревце прокаженное, небо серое в облачных кляксах, на рельсах ине просить пассажиров третьего класса всю промозглую русскую осень. И возьмет тебя грусть одинокая, грусть вокзальная да банальная. О, чужие глаза далекие, о, чужие слова прощальные, сердце, сердце любовью прожженное, и глаза смешные и плачущие, бестолковые ночи бессонные, да любовные слезы горячие. Вы, пан Плаксин, помилуй вас, Боже, неудачник, телеграфист, а вот Власий Фомич художник, настоящий мужчина, артист. Перечитывая, Петя корчится, да кому ж я нужен на свете? Лишь мелькнуло в уме, все ж здорово, играет Фомич на кларнете. На уныло-хандровской станции у кладбищенского забора на подгнившей доске деревянной процарапан крестишко черный. Да прибудут в покое останки, непрекаян, но сердцем чист. Сам помог себе унылой станции Петр Плаксин, телеграфист.